А где ты сейчас находишься? Где? В Мюнхене. Тебе здесь нравится? Хочу домой к себе. Она у меня умничка, она взрослая. Она прекрасно понимала, что нельзя отвлекать. Помогала, раздавала таблетки даже. И говорила, какие кому. И она помогала, говорит: мама, можно я буду помогать? Конечно, мне это сокращало работу почти на час. Красный Крест организовывал зеленые коридоры. И меня попытались вывести как гражданскую, так как я была единственная, кто был с ребенком в нашем бункере. Потому что все остальные уже понимали, что плен. А куда ребенка в плен? Неизвестно, что с ней бы было. Нас повезли в Безыменное. Там разрешил Красный Крест позвонить маме. Мне сказали, что ребенка забирают в детдом, а я попадаю в плен.